Добрый день, вы на канале Дом Мебли. Сегодня такое небольшое экспресс-видео. Кухню сдали недавно, кухню. Вот здесь вот фасады радиусные, здесь снизу глухой, а сверху по стеклу. Как раз сейчас у нас идет фасады, я несколько видео снял, завтра еще, наверное, буду снимать. А сейчас небольшой такой промежуток и уже показываю, как эти фасады смотрятся уже на готовой кухне. Значит, вниз у нас глухой, филенка, а верхний у нас под стекло. Здесь еще будет делаться витраж, как здесь, так и на других. Там тоже есть еще два фасада под стекло, там тоже будет делаться витраж. Значит, в прошлых видео показывал, как делать карниз, так вот, кстати, он здесь и стоит. Вытяжка, цвет лесной орех. И под эту плиту, вот сзади за вытяжкой, плита лесной орех ДСП. И под нее уже подбирали свет. Ну, в принципе, получилось нормально. На видео, но на фото немножко так. Ну, в принципе, нормально. В натуре нормально. Здесь особо снять места нет, потому что кухня буквой П идет. Ну, как-то так. Небольшое такое видео для обзора. На этом все. До свидания. Всего хорошего. Удачи в работе.